Вы по делу? Я служу морю. Анна поручила мне расследовать недавнее происшествие. Слава морю! Наконец-то! Я Дэрил Граймс. Чем могу помочь? Расскажи обо всем, что произошло, как можно подробнее. Рассказывать почти нечего. Это точно был мужчина. Он проник на склад, пока я был наверху. Попытался украсть рыбу, но я его услышал. Я почти достал его гарпуном, но в темноте промахнулся. Этот Дэйн ушел. Только не пойму, зачем красть то, что раздают бесплатно. Да, это загадка. Как выглядел вор? Примерно вашего роста. Телосложение среднее. В общем, ничего особенного, если не считать лысины. Голова у него была гладкая, как яйцо. Макушка прямо блестела в лунном свете. И что же он украл? Ничего. Я его спугнул. И куда он потом побежал? Я не знаю. Он бегает быстрее меня. Зачем тебе пароль? Что за секретность? Приказ начальства. Я лишних вопросов не задаю. А, пока вопросов больше нет, Граймс. Мне нужно браться за работу. Вот, возьмите ключ. Благослови вас, море.